Убрать рамки между обычными и особыми людьми пытается и Валерия Ткаченко. Тюменко сама работает в психиатрическом диспансере. И для нее пациенты не просто граждане с диагнозом. Она создала группу в соцсети и приглашает поделиться своим душевным теплом с теми, кому сейчас нелегко. Почему это так важно, узнала Анастасия Нахрачева. Детский спектакль для взрослых людей. В этот раз для них показывают маленького принца. Это все организовано силами 28-летней тюменки Валерии Ткаченко. Девушка работает в дневном отделении психиатрического диспансера. И пациенты для нее не чужие люди. Организовать досуг в нерабочее время своими силами было сложно. Решила создать группу в социальных сетях. Донести до людей, что это адекватные люди, спокойные, с которыми можно дружить. Вот. А в недавнем времени мне захотелось привлекать людей, привлекать общество к какому-то волонтерскому движению, то есть, ну вот как сегодня, да, проводить какие-то мастер-классы для них, и им это очень важно. За небольшое время группа сплотила разных людей и организаций. Драмтеатр помог билетами на спектакли, студия йоги помещением для проведения мероприятий. И с каждым днем благотворителей все больше. Раньше все это как-то было закрыто, мы никогда не сталкивались ни с аутичными детьми, вот еще с каким-то, мне интересно и интересен их взгляд, что может я что-то могу взять от них, что-то могу дать. В стенах дневного стационара областной психиатрической больницы проходят лечение 132 человека. Ранее оно было только медикаментозным, теперь есть реабилитация. Большая часть пациентов – люди творческие. Например, Валерий давно пишет стихи. Теперь вдохновение приходит чаще, потому что с появлением Леры жизнь изменилась. До этого было как… ну, не было такого. А сейчас все с удовольствием идут в больницу, чаю попить, посидеть, что-то полепить, что-то порисовать, что-то поделать. Людям это больным очень это надо. Валерия, можно сказать, вдыхает жизнь в людей. Сейчас Валерия находится на 6-м месяце беременности. И на время декрета в стационаре ее подменит волонтер Полина Липенко. Но ведение группы ВКонтакте из своих разных людей не бросит. Она старается делать так, как призывал автор «Бессмертного маленького принца». Анастасия Нахрачева, Евгений Доценко. Тюменское время.